7 лет без возможности самостоятельно передвигаться. У Саши Яковенко из Донецка редкое генетическое заболевание. У нее нарушены все функции организма. Девочка нуждается в уходе и постоянной помощи. Больше всего она мечтает погулять по городу. Историю продолжит Виктория Чистюхина. Это что? Каша, что ли? Взгляд 7-летней Александры не отличается от взгляда других детей. Но у нее нарушены все функции организма. У девочки синдром Ретта. Это генетическое заболевание. Держим. Давай, держим ручка. Давайте ручками вот так вот поглажу. Окончательный диагноз Саше не могли поставить до 5 лет. А тем временем ее состояние все ухудшалось. Девочка не может самостоятельно передвигаться и ест только жидкую пищу. Сашу опекает мама и бабушки. Ребенок постоянно нуждается в противосудорожных и лекарствах для нормализации пищеварения. Но уже 1,5 года необходимые препараты недоступны для малышки из-за дефицита и дороговизны. Когда начались боевые действия, и у нас не было вообще никаких выплат. Мы действительно были очень тяжело, когда вот читали эти таблетки противозудорожные. Смотришь на них и думаешь, как поделить и как их распределить. Тем временем у девочки начались судороги от пережитого стресса в результате боевых действий. В прихожей сидели, бомбоубежище далеко бежать. Ну, таким ребенком спуститься вниз тоже тяжело. Трудности семья Бабич преодолевает благодаря гуманитарной помощи Рената Ахметова. Мы поняли, что мы не забыты, что хоть кто-то нас пытается спасти, кто-то пытается нам протянуть руку помощи и как-то помочь. Штаб Ахметова взял под опеку ребенка, приобрел необходимые лекарства и коляску. И на сегодняшний день штаб тримає зв'язок із родиною. У разі необхідності ми готові оперативно підключитися до надання допомоги повторно. Новая коляска – это возможность для Саши погулять по родному городу. Ведь она больше года не выезжала дальше собственного двора. Мы ее так долго ждали. Мы так рады этой коляске, счастливы. Наша коляска, которая была, мы с нее уже давно выросли. Гулять даже не получалось. Хотим передать очень большую благодарность, просто огромную. Он очень нам помогает, помогает выжить в этой непростой ситуации. Теперь семье будет значительно легче ухаживать за Сашенькой. Спасибо. Это просто маленькое слово «спасибо». Его не выразишь. Понимаете, вот просто когда смотришь в глазенки ребенка, который вот живет и продолжает дальше жить, вот это вот счастье. А вот первая прогулка Саши по центру Донецка. Парк кованых фигур. Девочка чувствует мир иначе. Теперь у нее появились новые яркие впечатления. Саша, а вот смотри вверху. Виктория Чистюхина, Данила Киреев, Татьяна Блинова, Евгений Якунин. События, канал «Украина».